Твое назначение, пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя учить, но просто ты пойми, а кем еще мне дорожить? Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется узнать, дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется узнать.